Блять, вот этот хил не рак. Я он дамажил, блядь. Я ж охуел. Чего? Да он ебашит. Он ебашит. О, у, него да дама... у него дамаг просто пиздец. О, у ДД или как? По бомжу, по мне-то. Да хуй его знает, я в них не шарю. Как понять, в ДД или не в ДД? Вот этот зеленый баф, клятва ветра, что ли? Нет. Ну, наверное, он в ДД, потому что он с посохом бегает. Дамаг у него ёбнутый. По мне. Я просто его залочил в первом ПВП, во втором у него шока не было, я за стойку залил его. А сейчас я не знаю, что мне делать. Он меня сейчас раздамажит. Я ж попробую что-нибудь сделать. Ой, блядь, начинается. Лошара, блядь, за контроль его побежал, часики. Прям как Листер когда-то. Забрал ПВП. Хорошо, если бы он сейчас моб еще станет, он бы это сейчас заебись. Это твоя арена маленькая. Забрал. Пиздец, он меня убил на. На лад секунде. Сейчас будет полетка и будет часики лутать. Полетки я его не убью. Пиздец. Раскаты. Ворот. Блять, он хотя бы еще на шок развелся. Может сейчас получится разочек его залить. Ага, хуй там, блять. Просто, блять, как Вася нахуй нажимает 1-2, блять, я умираю. Залочил слеп. Пиздец. Мне главное во второй карте сейчас не закрыться. То хорошо начал. Шансов, конечно, на полетке с такой геодатой, блядь. В него еще и станы не прокают. Сука, сдохни, мразь.
Пизда, блядь. Черт ебаный. Нормально. Неверно выбранная цель. Забрал его на мосту, у меня хп нету, блять, и что делать не знаю. Вылези себе. А у него шок есть, походу. Мне как-то надо залочить, а у меня сала нет. Если он шокнется, он просто одним скиллом меня добьет. Потом он переоденется в МРС. И я буду сосать болт. Бибу. Поэтому остается сидеть, наверное. Ждать КД, блядь. КД сала. Успеет откатиться. Хотя не успеет. Блять, какой же сервер тупой, а? Пипец. Да ебать, аурат. Ну, пиздец, сервер хуйня сам по себе. Железо говно. Подходишь, блядь, цель слишком далеко. Ну как она далеко? Когда ты в упоре стоишь. Железо реально говно у них. Этот долбоёб упал, блядь. Блять, сейчас он появится, и мне пизда не он, блять, лох конченый. Пошел нахуй с арены.